Наводили порядок в кладовой и нашли там вот такую шашлычницу. Сколько лет ей мы не знаем, но она еще времен Советского Союза. Называется Ануш. Вот мы будем сейчас ее испробовать, рабочая она или нет. Включили, вроде бы тены нагрелись. Вон там такие красные тены. Температуру нагнала. Вот, нанизали на шампуры шашлык. Будем пробовать. Автоповорота здесь нету. Поворачивается шампура вручную. Ну ничего. На улице погода поганая, уже потемнело. Вечерок, но по одному шашлычку можно. И после 6. По-моему, процесс идет отлично. Еще несколько минут и будем снимать. Здесь еще в комплекте имеется вот такая вот решеточка. Это можно поджаривать здесь ребрышки, наверное. Крылышки, ребрышки. Такое там. Так. Вспомним старые добрые времена. Ну вот, шашлыки готовые. Будем кушать с самодельной аджикой. Вот такой. Какая красота. Приятного нам аппетита и до скорых встреч.